Видня, вас не обидели тут, смотрю, лицо поцарапано. Не, это было раньше. Раньше? А что произошло, не скажете? Если не буду говорить, я могу со следователем поговорить. Да нет. Работаем. Не-не, смотрите сюда. А, вот теперь вижу. Все. Сейчас вы уходите с дороги. Это ноль вопросов. Ну, чтобы красиво было. Встаньте. Сейчас троллейбус будет проходить. Уходите с бордюра. Сюда идите. Сюда. Ой, там, ой, бедный, он еще и выпил сильно. Ты хоть на лавочку посадите. Дружище, сел бы он на лавочку. Нельзя, там люди. А, да он грязный, он да? Он отдельно должен быть. А остановки не будет. Вот дела, блин. Вот дела. Да я не переживаю. Так, вы назовите себя, фамилию, имя, должность. Командир первой роты, рядовой Верченко. Имя? Андрей Олегович. Екіпажем 102. Було отримано орієнтування, що автомобіль УАЗ-2706 під номерним знаком, який починається на 01, керував водій за знаком алкогольного сп'яніння. Даний автомобіль було виявлено 102-м екіпажем, в нього не горіла передня ліва фара. На законну вимогу поліцейського зупинитись водій не відреагував та почав зникатись. Було переслідування з декількома екіпажами. Водій шестерки, тобто УАЗ-2706, здійснив зіткнення з водієм Шкоди, внаслідок чого його заблокували екіпажі. ДТП з потерпілими. Да, пострадали пасажир. Украинский, продолжайте, если можно. Да. Кто пострадал и что случилось? Чего там? Потерпілий водій УАЗ-2106, а також потерпілий передній пасажир УАЗ-2106, так як під час зіткнення вони не були пристебнуті пасками безпеки. Обом людям надана медична допомога, вони зараз перебувають в травмпункті. Дякую. Да, медичний медзаклад. Ти смотришь, да. Ой. Вон он третій у них сидит. Он не пострадал. Это ваша кров на асфальте, да? Сколько крови? А что, вас били или вы сами там от машины? От машины, по всему может быть. Ну полиция хоть нормально себя вела, не обижали? Я же знаю, что какие дела будут полиция. А правда, вот ваш коллега, друг говорит, что и водитель выпивший был, да? Наверное, да? Ну, не знаю. Наверное. Давайте сядем.
Сейчас они все запишут. Костя, мы на остановке. Добро. Что ты делаешь? Я говорю, стой, нахуй. Ну раз, второй раз, раз, ну за ухо не могу схватить. Ну начинал думать, смотри. Этих машин, наверное, никак нет, конечно. Конечно нет. Так, а водитель, простите, он сейчас в этот, потрезвитель поехал? Не знаю, без понятия. Он в больницу уехал. Его там оставили, да, пока? Ну, мы не знаем. Я на заднем сиденье сидел, мне вообще нормально. Мы не знаем. Чуть-чуть. Я понял, если можно. Содружество родовое. Серега, зуб вылетел. Мне надо вопросы от них пустить. Вода, вода. Не потому, что я хочу, нет. Вода, вода, вода. Вода. Попей. Ну тебе, если зуб вырвали, может, нельзя? Что, зуб вылетел? Да. У меня их вообще вылетели все. Получается, где-то без 29 поступила ориентировка от смежного экипажа на то, что автомобиль марки ВАЗ, конкретной марки не назвали, ВАЗ красного цвета, госномер начинается на 01, то есть поступил вызов от граждан, то, что автомобиль ездит с нарушением правил дорожного движения, то есть скоростные ограничения превышает и не работают фары. Мы, патрулируя в своем квадрате в районе Новоселовки, получается, вышли на этот автомобиль, разъехались изначально с ним, сказали по громкоговорителю водителю, чтобы он прижался справа и остановился. То есть причина остановки была конкретно, что не работали фары. Ну и водителя груз, получается, торчал там сильно, то есть металлолом, ну не габарит, да. То есть не работали фары, не габарит. На законных основаниях хотели остановить? Да, да, то есть проверить документы, то есть, и то есть, выяснить, в чем же причина, да, то есть, почему не работает, может, забыл включить, ну, всякое бывает, да. Да. Водитель далее на наше законное требование не остановился, а наоборот ускорил свое движение. Мы, получается, развернулись, он от нас изначально ушел, то есть мы просто ехали лоб в лоб. Вот. Мы ему сказали по громкоговорителю, водитель остановится. То есть мы не ожидали такого, что он ускорится. Мы развернулись, он ушел, там маленькие узкие улочки. Мы на автомобиле Prius не смогли догнать. Потом провели еще раз, получается, ну, разыскные действия, да. Передали по рации ориентировку на этот автомобиль. Ну и все-таки где-то через буквально минут 10 мы вышли на него. Вот. Ну и далее совершали преследование автомобиля, подключились смежные экипажи. Вот. А здесь на улице, ну, по проспекту Металлургов, да, водитель уже совершил тогда зиткнение с автомобилем Шкода. То есть это как бы